Друзья, всем привет! Мы находимся на юге. А какой юг обходится без вареной кукурузы? Купили вот такую кукурузку Бондюэль на рынке. И варить ее будем в Афган-Казане. С собой у меня всегда есть газовая горелка, баллончики с газом. Ну, а Афган-Казан мы с собой взяли. Сейчас быстренько я ее чищу, укладываем в казан. Для этого нам потребуется, наверное, 0,5 литра воды, много не будем. Будем варить ее на пару, я думаю, минут 20, и добавим соли. Вот такая кукурузка. Сейчас прям быстренько все это сварится у нас в Афган-Казане. Воды. Соли столько. Ну, соли она не помешает у нас. В общем, как отсюда пойдет пар, выпускаем 20 минут, и все будет готово. Так, друзья, смотрим, уже пошел у нас пар. Соответственно, мы делаем газ потише и оставляем на 20 минут вариться при медленном огне, чтобы пар выходил у нас, получается, клапана срабатывают. Все, через 20 минут отключаем, даем остыть и будем пробовать нашу кукурузку. Ну вот и все, прошло 20 минут. Выключаем наш газ. Вот такой. Все. Спускаем давление и будем сейчас пробовать нашу кукурузку. Такая красота у нас. Прошло 20 минут. Кукуруза немного остыла у нас, получается. Снимаем крышку. Какая красивая. Ну вот, кукурузка готова наша. Попробуем. Можно не 20 минут, а 10 варить. Потому что за 40 минут кости, свиные ребра мягкие становятся, а кукуруза-то она молодая. Ну. Сейчас возьму соль, посолю еще сверху. Будет вообще вкусно. Так что, ребята, покупайте Афган-Казан. Это очень хорошее дело. 10 минут в походных условиях
мы сделали кукурузу. А в 10-литровый там штук 20-30, наверное, влезет. Соответственно, едем на рынок, берем сейчас еще кукурузу и будем так на пляж взять, когда свеженькую, чтобы там не покупать у них. А будем свою варить. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Будет много интересного. До свидания, друзья.